Теперь новости с московской биржи, где российский рубль сегодня усилил рост. Укрепление началось с первых же минут торгов. В результате официальный курс Центробанка 61 рубль 93 копейки за доллар. Евро за утро потерял более 2 рублей, значение на выходные 68,79. Положительные изменения аналитики связывают прежде всего с нефтяными котировками, которые начали демонстрировать положительную динамику. Поддержку рублю оказывает и период налоговых выплат для крупных компаний.